То есть, подождите, чтобы это исследовать, нам нужно дерево. Точнее, чтобы исследовать дерево, нам нужно дерево, а дерева у нас нету. Всем хайшки, друзья, с вами, как всегда, Алекс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld. Вы меня много просили, чтобы я продолжил в нее играть. Естественно, это мое первое нормальное выживание, так что выберу совершенно простой режим. Естественно, как и в прошлый раз, мы будем играть за Рэнди случайного. Мы выбираем зерно, мы создаем мир. Я не знаю, что такое зерно, давайте выберем интересное зерно. Зерно по имени Павел. Замечательно. Давайте выберем именно его. Тут есть какой-то фиолетовый человек, давайте вот поселимся рядом с ним. Враги минус 80, только я не знаю, как там поселиться, я до сих пор не научился. Ладно, все-таки нажму случайный выбор, вот, все, далее, погнали. Мне без разницы вообще, кто у нас выберется, так что будем играть так. Сейчас я быстренько выберу подходящих мне персонажей, которые не сдохнут в первый же день, и потом уже порешаем. Здоровье, безымянный палец левой ноги. Я такой подумал, что, знаете, у нее его просто нету. А это шрам от пули. Это как надо было попасть в безымянный палец левой ноги. Дуглас Лавсон. Здоровье, все тело, алкоголизм, 14%, толерантность к алкоголю. Он не может делать вообще ничего. Мнение о Риверс. Дочь, плюс 30, невероятно уродливо, минус 40. Но мы ее возьмем, у нее общение 11, я не знаю, возьмем, будем общаться с другими поселениями. Ну и возьмем медика, я не знаю, это какой-то чумной доктор, так что возьмем именно его, потому что подыхать мы 100% будем. Ну что, вылупляйтесь, сколько нам дали с собой? Мы взяли с собой осла, мы привезли Игнатия. Игнатий, ё-моё. А как разрешить все это поднимать? К какому бою? Давайте под область какую-нибудь выберем, какой-нибудь склад. Где у нас будет склад? 7 на 7, 6 на 6. Собирайте это все. Чё? Все заберем. Просто нагребаем. Нагребаем с собой все. А мы пока что за это время построим себе дом. Тут есть какие-то руины, непонятно что. Здесь целая куча всего непонятного. Какое-то огромное здание. Дом у нас будет выглядеть примерно вот так вот. Замечательно. Мне все нравится. Еще дверь мы воткнем где-нибудь вот здесь вот. О, даже симметрично получилось, идеально. Но еще, естественно, нам нужно построить крышу. Без крыши довольно-таки плохо все это будет. Они же построят крышу? Куда вы пошли? Чё вы там забыли? Так, давайте найдем, у кого есть у нас дальний бой. Дальний бой, у кого? Хоть у одного человека это есть? У всех по нулям. И ближний, и дальний. Что ты делаешь? Мужчина, поселение, блюет. Зачем? Он отошел поблевать. Замечательно. И, кстати, мне интересно, я могу этот склад построить более-менее адекватно? Я хочу все это дело оградить. Давайте вот так вот сделаем им стены. Склада добавим нам немножко. Здесь тоже у нас будет склад, только он какой-то странный. Что с тобой, склад? Ладно, они потом его, надеюсь, сделают. Нам нужно дерево. Так мы в пустыне. Подождите. А где нам брать дерево? Тут нету дерева. Подождите, тут вообще нигде нет дерева. Подождите. О, ламы. Верблюдица, подождите. А где дерево брать? Стена из дерева. Подождите, но из дерева мы явно не сможем построить дом. А я могу поменять, ну, здание, допустим. Я хочу построить из камня здание. Да, стой, когда ты строишь? Они еще что-то перетаскивают. Сухой паёк 10. Откуда они его берут, непонятно. Реально, откуда вы его взяли вообще? Они пока что непонятно, что делают. Тут есть сталь. Здесь есть огромная куча стали. Давайте разрешим им брать эту сталь. А, тут есть дерево. Нас пожалели и нам дали немножко дерева. Давайте соберем это дерево и пускай уже наконец-то кто-нибудь построит. А, ну вот, замечательно. Наконец-то у нас появилось дерево, и они наконец-то могут все это построить. У нас появляются стены потихонечку. Нам еще нужно построить крышу, потому что крыши у нас совсем мало. Крыша должна быть везде. И еще нам нужно расширить домашнюю область. Домашняя область у нас должно быть чуть-чуть побольше. Что он делает? Медитирует? Ты что, издеваешься, что ли? Давай быстро строй. Нам строить нужно. Если честно, я не понимаю, что пока что происходит на улице. Сколько времени? 16 часов. Непонятно чего. Что они делают? Наблюдают за облаками. Ты что, разлегся? Почему они не строят? Почему они наблюдают за облаками? Давайте заставим кого-нибудь что-нибудь делать. Пока что мне нужен какой-нибудь человек, который ничем не занимается. Вот ты, например, ты ничего не делаешь. Самое важное, я хочу сделать, знаете что? Я хочу разобрать этот саркофаг. Давайте разобрать и вернуть часть ресурсов. Действительно, все. Давайте разберем все. Урны из мрамора. Здесь все валяется, непонятно, что стол. Я хочу, знаете, что сделать? Перенести его к себе в дом. Было бы здорово. Наступает ночь, но это не особо-то страшно. Лампа, факел в процессе сборки. Они что-то непонятно делать. Хорош блевать. Вы достали, дышит свежим воздухом. Строить лампу-факел. Давайте лампу-факел пускай она построит, потому что, ну, как, в темноте спать не особо-то хорошо. У нас еще и кровати не построены. Не понимаю, как это работает. Никто не собирается это строить вообще.
Ладно, факел есть, уже хорошо. Первый день, насколько понял, мы собираемся спать на открытом солнце, на открытом воздухе, потому что у нас даже нету стен. Я хочу сделать что-нибудь интересное, что это такое? Игуана, самка, возраст 1, яйцо 3,9. Приручить мы можем и охотиться. Но приручить это, естественно, будет интереснее. Тут где-то была штука для нашего животного, спальный короб для животных. Вот, давайте поставим спальный короб, и потом, возможно, мы приручим игуану, которая будет здесь спать. Насколько понял, что здесь может произойти вообще непонятно, что угодно здесь вообще может произойти. Так что давайте мы найдем защиту. Где-то тут был мешок с песком. На всякий случай. А, у нас даже нету мешка. У нас нету ничего. А баррикаду, ловушку мы можем сделать. Баррикады из серебра, баррикады из стали. Давайте построим баррикады, как нас учили. Вот так вот. Как там еще строится? Вот так вот баррикады строятся. Вот так вот. Все. Вот это больше похоже на баррикаду. Если что, если к нам придут, то мы это просто сейчас построим. И мы просто спрячемся там. А пока что наступила ночь. Они все легли спать. Осел тоже лег спать. Игнатий. Кто дал такое имя ослу? Ладно, все, пропускаем ночь. Ну вот и все, наступает уже утро. Что? 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 Осел сожрал сухпайок? Если ты так продолжишь делать, я вот нажму на эту кнопочку, понимаешь? Понимаешь, о чем я? Ладно, а пока что нам нужно просто все достраивать. Что ты здесь забыл? Я не понимаю, каким образом они наблюдают за облаками, почему они вообще это делают у меня в доме. Так, тут есть 5 саркофагов. Я не знаю, что с ними можно делать. Назначить поселенцу. Назначить это место захоронения конкретному поселенцу. Нет, подождите, нам еще очень рано. Давайте найдем какое-нибудь покрытие, что-нибудь. Выровнять поверхность, плитка, снять покрытие. Нам нужно посадить еду. Разделочные столы, здесь целая куча всего непонятного. А, вот посадки, вот, все. Так, сколько места нам нужно под посадки? А, мы еще не можем все выделить. Давайте вот будем садить вот здесь, вот на этом кусочке. Шиферный сланец, копать. Вот это тоже кто-нибудь выкопает, и мы сделаем себе плитку из сланца. Как осел открывает двери? Что это происходит? Тут где-то гроб был, я не знаю, где он? Его разобрали, что ли, уже за меня? И стали здесь, кстати, очень много чего. Мы можем все это разобрать. Давайте разберем. Наш строитель это потом сделает. И мы из стали построим себе дом. И, кстати, у нас не хватает материала древесина. Я не знаю, где можно... Тут есть простое дерево, самое обыкновенное дерево. Тут валяются сухие пайки еще где-то непонятно далеко от нашего дома. Но я... Что это такое? Залежи деталей? Я не знаю, где здесь взять дерево. Здесь нету дерева. Мы без дерева, нам будет очень плохо. Тут есть дырка, кстати, снова этот паровой гейзер. Но, честно, я пока что не знаю, что делать. Здесь нету дерева. Как жить-то тогда? Давайте для того, чтобы наши люди не скучали, как в самом начале, мы поставим колышек для метания подковы, которым мы не можем построить. Замечательно. Так, ладно, обработаем еще эту землю. Надеюсь, этим кто-нибудь займется. Нам нужно посадить тут дерево. Дымолист, психолист, хлопчатник, хмель мы можем делать. Мы можем делать пивас. Я помню. Технологии, кстати, мы можем точно пивоварение. Подожди, тут много чего есть. Выращивание деревьев. Вот что нам нужно. Нужно исследовать. А как это исследовать? Бамбук, береза, нам без разницы что. А как это исследуется? Кто это исследует? Нам, наверное, нужен стол для исследования. Тут есть трон. Для чего нужен трон? Украшенный узорами и орнаментами. А для чего он нам нужен? Разделочный стол. Стол портного. Чего тут только нету. Мне нужен стол для изучения. Группа путешественников из фракции Тхайн. Проходят мимо. А где это, пожалуйста? Вы можете мне показать? Добрый день, люди. Так, давайте глянем. А мы можем узнать, что у них есть вообще? Оружие. Нож из стали плохой. Нож из стали. Опасно. Но мы можем на них напасть. Иди. Ты будешь атаковать его? А как мне тебя переместить? Так, догоняй. Опа, стероид, что-то там забыл. А мы догоняем этих вот. Еще раз, попадешь. Что ты будешь делать? Попадай. По нему, он опасный. Давай, еще раз. Да что ты такая кривая? Эть! Да что ты такая кривой? Ты что, издеваешься, что ли? Да ладно тебе. Да попади ты хоть раз. Ой, ну инвалид какой-то, а? А в принципе, зачем? Так, ну-ка. Эть, зачем? Подожди. Беги. Мы сдохли. Блин, парни, я жестко тупанул. Я хотел сохранить игру и нажать перезаписать, но я случайно нажал загрузить игру, и теперь я вернулся в то место, когда мы проснулись. А где то поселение? Я не знаю, придет ли оно еще раз, но мы вернулись на полдня назад.
случайно. Так что срочно давайте делать то, что мы делали. Я хочу исследовать очень эту штуку. Внимание, исследование не начнется, пока вы не построите стол для исследований. Вот, стол для исследований — это то, что я хотел найти. Где этот стол? Но тут нету ничего похожего на стол для исследований. Есть комод, но вряд ли комод для исследования. Саркофаг. Это рано. Стол для исследования. Тут нету такого, но помогите. Или подойдет, может быть, самый обычный стол? Разделочный есть, стол портного, швейная машинка. А, простой стол для исследований. Все, я тупой. Как я его мог не заметить сразу же? А так нам недостаточно дерева на складе. То есть, подождите, чтобы это исследовать, нам нужно дерево. Точнее, чтобы исследовать дерево, нам нужно дерево, а дерева у нас нету. Так, замкнутый круг. Подождите. Я всегда хотел посмотреть, что там в этом саркофаге. Ну-ка. Ну и что я могу получить там вообще тогда? Давай, показывай. Стрелочка почти дошла. Что это такое? Блоки известняка. Кстати, тут есть паровой гейзер прямо рядом с нашей базой. Мне говорили, что можно построить на ней дом, и будет вообще замечательно все. Тебя мы пошлем разбирать. Да, уже начал разбирать. 100% из этого обломка нам дадут немножко дерева. Тут растет какое-то дерево души. Не знаю, это какое-то очень важное дерево, скорее всего, так что мы пока что его не будем трогать. Ну, разобрали мы этот обломок корабля, и что мы получаем? Компоненты 8 и сталь 30. В смысле, корабль из стали, что ли, был? Подождите, но это ни в какие ворота, у нас нету никакого дерева, вообще больше нету дерева. Стол из песчаника, все сделано из песчаника, а где дерево-то? Как я могу изучать что-то, если у меня даже нет дерева для того, чтобы это что-то изучать? А, так подождите, точно, разобрать. Ну-ка, а я могу построить стену из чего-то другого. Есть стена из дерева, но мы можем сделать стену из стали, серебра, известняка, точно. Зачем я начал строить это из дерева? Так, подожди. А я могу как-то... Да все выдели сразу же, ладно, разбирай все. Раз уж мы так жестко тупанули, то теперь придется расплачиваться за это. И мне очень не нравится, что мой осел жрет мои ресурсы. Он реально жрет мои ресурсы, он охренел? И кстати, давайте отменим то, что мы не достроили, потому что он просто сейчас идет и строит все это. Подожди, нам это не нужно строить, подожди, успокойся. Оставь дерево, пускай оно валяется. Да, там люди потом придут, соберут все это. А мы сейчас построим нормальные стены, мы построили с какой-то хрени. Из-за отсутствия опор рухнула крыша? Ну, рухнуло и рухнуло, подумаешь. Давайте возьмем колонну. Колонна из стали или из серебра. Еще лучше построить. В принципе, у нас стали целая куча есть. Но я думаю, что известняка у нас будет намного больше. Мы же все-таки находимся в пустыне. Блин, там все рушится. А, опоры нету, крыши, поэтому все рушится. Так, давайте построим вот это. И сейчас мы будем все перестраивать. Из стали мы будем выстраивать себе дом. Стена из стали требует поверхность, способную выдерживать обычные строения. То есть нам нужно еще что-то снизу построить. Мост. Ладно, известняк так известняк. Из известняка можно строить? Нельзя. Блин, тоже бетон требует тоже поверхность. А где мне взять нормальную поверхность? Так, подождите, я не понял, что произошло? Да я только что сейчас заметил, а что произошло? Копает залежи стали, а что с тобой произошло-то, подожди? Каким образом они так закоцались? Порез. Как его чинить? Процедуры мы поможем ему. Давайте сделаем что-нибудь, не извлечь. Какие протезы? Вы можете просто его полечить. Подождите, он помрет через 5 часов. А как ему помочь? Невозможно лечить себя. А что ты назначен? А, все, она помогает лечить. Он бригадир, да. Она лечит его. Ну, ты поможешь ему нормально там? Все хорошо, да? Точно? Качество 80. И чё, тебе нормально теперь? Убрать кровь от Ован. Ну потом, короче, они все там решат, как-нибудь все сделают. А, она пойдет сейчас за ним все это убирать. Зачем? Ладно, пускай спят. Вряд ли что-то произойдет страшное. Короче, я не знаю, нам что ли придется спать на улице или что? Что нам тут делать, что я не знаю. А, либо поверхность что-то, кроме песка. А, так я понял. Вот почему эти железные построения здесь находятся. Понятно теперь. Так а чё, давайте мы, может быть, восстановим себе этот дом. Смотрите, он здесь идеальный. Ну-ка, стена из стали, мы можем продолжить здесь постройку. Получится несимметрично, конечно, но как сойдет. Вверх вот так вот, потом вверх, потом вот так вот. И как-то у нас вот так вот все это закончится. А все остальное мы можем разобрать. Давайте мы это все выделим. Мы их разберем, заберем сталь, которую мы здесь сможем получить. Как-никак мы все-таки переезжаем сюда жить. Все эти стены нам вряд ли еще пригодятся. Все ломаем, просто все. Самое главное, чтобы они за это время там не успели сдохнуть. Вот это вот самое главное. А еще нам нужно выделить себе складское помещение. Оно будет, знаете, вот такое вот, скорее всего. Потом, возможно, мы оградим все это. Тут пока что непонятно, что происходит. Она просто бегает, вроде как, что она сделала. А, в процессе сборки, то есть уже принесли сюда сталь, которая у нас уже была. Замечательно. Нам надо все это перенести вниз. Я не знаю, как они собираются это делать. Давайте мы просто отменим. Знаете, что мы сделаем? Уменьшим область. Вот так вот, получается, просто уберем эту область, да? Все, теперь это не наша область. И мы, получается, уменьшим домашнюю область, потому что теперь это не наш дом. И расширим домашнюю область. У нас домашняя область теперь вот такая вот громадная. У нас дома теперь целая куча. Саркофаги, я думаю, что нам тоже не пригодятся. Я очень надеюсь, что они нам не
пригодятся. Нам нужно поставить постройки и колонны из стали. Несколько колонн нужно построить. А, нам недостаточно их. Ну, сейчас мы тут разберем все это дело, и нам будет достаточно еще как. Не знаю, что они тут спят, они что-то отдыхают. Им бы помочь вот этому парню, потому что им очень плохо. Ранение, но в принципе ему нормально. Все тело, потеря крови средняя. Ты же, надеюсь, не сдохнешь? В принципе, я надеюсь, что она сама себе сможет помочь. Ну, не сама себе, а кто-нибудь да ей поможет. У нас, я не знаю, где наш доктор? Вот это вроде доктор. Но она не особо-то хочет помогать ей. А, это не доктор. Стоп, подождите, а где у нас доктор тогда? Ты доктор, а ты не хочешь помочь ему, например? Ему вообще-то плохо. Ладно, пускай спит. Он вроде как лечится, ему нормально. Пускай спит. И самое главное, чтобы он там не сдох. Но в принципе, нам надо было его полечить, потому что то, что он там валяется, это очень плохо. У нас строителя другого нету, кроме как этого. Наркоз ему сделаем. Наркоз я точно знаю, что такое, так что мы ему точно поможем этим. Ладно, забьем пока что. Ему вроде как нормально. Просто пускай он отлежится немножко, а мы. Нам надо бы как-то склад этот обнести, потому что у нас осел опять будет жрать все, всю нашу еду. Он реально он сожрет всю нашу еду. Я, конечно, понимаю, что ему больно, но он может. А, Овен не может ходить. Мы его можем раздеть. Я не знаю для чего, что мы с ним еще можем сделать. Просто у него уже все по нулям. Ему стало совсем плохо. А как ему помочь? Ну, не написано. Зачем ты что делаешь, сухой паек? Она скармливает ему, что ли? Так, вы давайте там без этого, а? Хватит жрать мои ресурсы. Мы перенесли половину нашего дома вот сюда. Вот давайте здесь поставим тогда, например, немножко мебели. В принципе, нам одного факела на весь наш дом будет вообще достаточно. Давайте поставим его вот так вот. Овен наш отдыхает, ему ничего не нужно. Я вроде как пытался... А, он снова может ходить! А с чего это? Так, сознание... О, так он полечился, смотрите как! Ему вообще хорошо. А чё ты лежишь тогда? Ты, если ты можешь ходить, ну-ка пошел. Разобрать стена и стали. Иди работай! Эй, Пол, ты чё отдыхаешь? Ему же нормально, все, вылечился. Сейчас он этот... Походит немножко, разработается, и все самое то. Так, и тут наши поселенцы, они немножко это, бунтуют. Подождите, нам нужны новые развлечения. Они говорят, что у них не хватает развлечений. Давайте построим вот здесь вот колышек. Пускай они играются колышком. Постройте это кто-нибудь. Ну и естественно, нам нужно поставить здесь несколько кровати, чтобы наши человечки не спали где-то на полу, там непонятно где. Давайте, кстати, знаете, отменим это и сделаем немножко по-другому. Сейчас я сделаю кровать из дерева, а потом между этими кроватями мы, знаете, что построим. Прикроватный столик из дерева. Из стали мы можем сделать. Ну, из дерева. Давайте все-таки из дерева сделаем, чтобы все было по красоте. Хотя, сколько у нас дерева? А, 31 дерево? Так, нет, из дерева мы строить не будем. Надо будет не забыть, кстати, вот тут вот все это разобрать. Нам вот это вот больше уже не нужно будет разобрать. Но это чутка попозже. А, можно оставить это для пленников. Ну да, кстати, надо взять кого-нибудь в плен. Надо будет в следующий раз взять в плен и просто заставлять их работать. А наши люди, мы поставим им три трона, и пускай они сидят на них. Овен оправляется и возвращается. То есть, подожди, теперь тебе нормально сон, потеря крови. Ему все нормально, он может бегать уже спокойно, сознание. Ну, думаю, что он рано или поздно... Немножко починится. У него речь минус 20%. Я просто представляю, как он вот так вот ходит такой, разговаривает, уставший просто. Ладно, что ж, по-моему, неплохо. Мы уже построили очень много чего. Ну, как очень много чего. Мы, по крайней мере, нашли себе классный стальной дом. Вряд ли кто-то осмелится вообще вылезти к нам. Надо будет еще покрыть этот дом крышей, потому что я сомневаюсь, что у нашего дома есть крыша. Ну, а пока что на этом мы закончим. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Мне будет очень приятно. А также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие мои видео не только по этой игрушке, но еще и по другим. И, конечно же, не забывайте писать комментарии, задавайте вопросы, пишите, понравилось ли вам мое прохождение, или это даже не прохождение, это и выживание мое в этом диком мире. Ну и пишите вообще все, что угодно, я отвечаю на все ваши комментарии. Не знаю, когда выйдет следующее видео, но надеюсь, что вы его дождетесь. Ну что ж, а на этом все. Мне пора с вами прощаться, с вами, как всегда, был Алекс. И все, всем удачи, всем пока.